Там кто-то есть. Меня не одурачь. Пора спать. Помогу! Выглядишь устало. Как так вышло? Что-то не так. Человек пропал. Сюда. Кажется, он тут. Секунду. За мной. Человек-паук здесь. Справимся.
злодеем. Я рядом, вон там! Вон там, покудывай! Подкрепление можно не опасаться. Глядите вверх! Гляньте наверх! Там паутинный кокон! Я знаю, паук, это ты! Я с тобой. Сладких снов. Продолжай. Осталось две. Мы с ним разберемся. Спасибо за содействие. Я с тобой. Thank you.
Да, вот так. Грустно быть тобой. Это все только сон. Внимание, охотники! Наш человек пропал! Внутренний патруль, доложите! Думаешь, ты умный? Иди узнай. Возможно, мы не одни. Направляюсь туда. Свет гаснет. Снова паутина. Свежая. Может быть, наверху? Еще одна, и они останутся без станций. Статус периметра. Кто-нибудь слышит? Не знаю, что там дело. Я проверю, что там. Человек пропал. Рассыпаться и найти врага! Сладких снов. Началась.
заряжать дроны. Это их задержит. Ты в порядке? Прикрой мне спину, он где-то рядом! Еще одно тело! Он за это заплатит. Человек-паук еще здесь! Нашла его след. Прикрой меня! Тут паук. Это он? Паук. Черт! Еще одного уложили! Кажется, я его видел. Черт! Как я им всем нужен! Где подкрепление? Еще что-то узнать об этих Кровиновых, которые скоро прибудут. Ага, компьютер. Привет. Тебе не дороче на пользу. Прошу тебя, отец, закончи все это. Никто со мной не разговаривает. Может, ты все-таки вернешься? Семью ведь еще можно сохранить. Я не собираюсь умирать, как прочие люди. Что? Я больше не чувствую себя в безопасности. Я не доверяю остальным. Я их боюсь. Тогда дрожи и прячься, если стыд глаза не выест. Ты же не дашь им меня обидеть. Правда? Отец! Это твоя проблема. Как это грустно. Психотерапевт по нему плачет. Даже не знаю, что тут делать. Вроде парень хороший, но все-таки сынок Крейвена. Если зачистим последнюю базу, будем готовы и к этому. Разобрались и с охотниками, и с дронами. А ты хорош. Сожгут все здание! Думаешь, можешь уйти без разрешения пламени? Мы тебя везде обыщем! Вдруг два там, моя куда? Здрасте! Я с пожарными! Еще пламя потушить надо. Ну вот. Теперь дело за пожарными.
Если бы не опасность для других водителей. Они хотят кого-то клеймить? Предательница! Кому ты о нас рассказала? Что именно? Сейчас молчать не лучшая идея. Клянусь жизнью, я ничего не говорила! Не трогайте моих руки!
Найдите врага себе под стать! Останови их, Человек-паук! Мир очистился! Вы больше никого не хотите позвать? Уходи оттуда! Дядя! Дядя Аарон! Куда он делся? Тайник тут все же был. Это же план нашего дома. Он ведь не стал бы планировать нас ограбить. Надо скорее домой. Что же ты делаешь, дядя Аарон? Надеюсь, это не то, чем кажется. Дядя Аарон?
фотография папы и дяди Аарона в детстве. Папин проигрыватель исчез. Он что, воровал и у нас? Это папина пластинка. Christmas Baby. Да, я и правда порвал телефон. Дядя Аарон еще тут? Больше он ничего не возьмет. Нельзя верить. Майлз? Давай без Майлзов. Тебе обратно в тюрьму захотелось? Ты сказал, с бродягой покончено. Ты соврал мне. Стоп, стоп, стоп. Притормози. Михо? Мама? Мы готовили тебе сюрприз, но... Что тут происходит? Когда ты взялся помогать дяде, я вдохновилась. Несмотря на все, что он сделал, ты его простил. Я решила поступить так же и помогла ему арендовать эту квартиру. Еще раз спасибо. Родственники должны держаться друг друга. Я тебе не врал. Бродяга остался в прошлом. Я хочу, чтобы мы жили дружно. Мы же родня. Еще я сказал, что отблагодарю тебя, помнишь? Что это? Штука, над которой я работал, пока не связался с Роксом. Будет полезно. Похоже, дядя Аарон и впрямь строит новую жизнь. Этажом выше нас. Скорее бы опробовать.